Я работаю в G-Time ровно год, и сейчас будет 4 месяца. За это время, это не самый высокий показатель, я 9 раз получила 1 350 000, то есть это 8 тысяч долларов. Причем я дважды, ну, помогала своим партнерам, конечно же. И вот позавчера было радостное событие, мы находимся в Египте, а администрация позвонила и поздравила меня с тем, что я получила кроссовер Куга. Да, начался промоушен. Баха, 9 или 5 машин объявили все-таки? 5, я говорю. Нет, по-моему, 9 говорили. Я слышал 9. Я обучаю, это такая свободная форма общения. Так вот, пусть даже 9, это, что 9 это точно, вполне возможно до конца февраля будет еще больше. И получилось так, что находясь в Египте, команда сработала, и я получила первый Куга кроссовер. Я женщина, которая водит уже 7 лет машину. Соответственно, седан меня не очень устраивает. Но я была бы счастлива, если бы я получила даже хэтчбэк. А по факту получается, что я получила, уже находясь на отдыхе, ну, такое приятное известие, что я получила джип-кроссовер. Это просто здорово, вы знаете, это такое счастье. Дело в том, что мы с пенсионеры, уже не буду озвучивать сколько лет, а если хотите, могу и сказать. Скажите, конечно. Мне 68 лет. И год и 4 месяца за это время столько заработать, 4 раза будет промоушен проводится в G-Time. Значит, один раз в квартал. 4 раза, это 4-я поездка, это значит, самолет туда-обратно, отель 5-звездочный. А где были? Вот. И первый раз я была в Дубае. 54 человека нас летало, ребята были со Львова. Второй раз Гоа было, я не полетела, у меня был гайморит. Но 38 человек полетели. Причем я возродила команду глухонемых, то есть не говорящих. Я пригласила 3 человека, и больше, чем где-то 700 тысяч. Я даже не считаю. Это люди, которые лишены возможности слышать, говорить. Вот. Однако они работают с сурдопереводом и по скайпу подписали Францию, Италию. Причем они прекрасно владеют английским языком, и они работают. Вот недавно у нас, значит, приезжали израильтяне, женщина, молодая пара была на 5-м месяце беременности. Ей не разрешали выезжать, тем не менее она приехала, она воочию увидела наш офис, программистов, бухгалтерию, и что деньги буквально через 15 минут, 8 тысяч долларов, хоть 40, хоть 50 будет мгновенно. Я сама это видела. Да. Теперь, значит, к нам приезжала москвичка. Вы можете посмотреть, это ролик называется «Красивые женщины живут». Я видела, видела. Да, это Алла, ее зовут. Она приезжала на Новый год в 2013 году, была на Чебулаке. Ну, естественно, у них сомнения, все-таки Москва есть Москва, и ну, что там казахи, как бы. Ничего подобного, она пришла, убедилась и просто поняла, что это серьезный, честный, прозрачный и очень-очень доходный бизнес. Кто у нас еще? Да, вот недавно приезжали белорусы, ребята. Ребята приезжали, значит, глухонемые, они 2 месяца работали, получили свой миллион. Потом приехала другая команда, это была из Минска. Ребята приезжали, а сейчас были ребята из Гомеля. Не надо мне в команду. Вы знаете, он замечательно здесь работал. Как бы, и он был просто поражен тем, что он настоящая компания. Он сказал, ребята, нас ждет успех. Мы будем богатыми, мы будем успешными. В хорошем смысле этого слова. Не просто деньги. Деньги деньгами, но человек должен не только материально, он должен и духовно расти. Вместе с этим, вот наша команда, значит, до нашего отъезда было 57. Я сама себе как бы продумала и сказала, к концу года у нас будет больше 120 стран. Вот. И это будет компания чисто международная. Поэтому хочу сказать, ребят, приходите. У нас работают люди от 16 до 84, чуть ли не 90. У нас работают бедные, богатые. У нас работают школьники, профессора. Ну, будем так говорить, и парламент, и все правоохранители. Заслуженные артисты республики работают. И вы знаете, мы все счастливы.
И вот смотрите, у меня, например, работают гаишники, женщины из ГАИ. У меня работают с прокуратурой женщины. Это очень серьезная ответственная работа. Но, приходя сюда, уделяя после работы 2-3 часа, они зарабатывают этот миллион, то есть эти 8 тысяч долларов. В скором времени они будут получать... А что можете сказать насчет того, что когда в России, я вот конкретно когда говорю, да, они говорят, ну, это лохотрон. Вот что можете сказать насчет этого? Сейчас я только еще одно хочу сказать. За 8,5 месяца у нас 83 человека получили машину Ford Mustang. А разве это не показатель? А Россия? Россия, она проснется. Почему? Потому что мы издревле. Получилось так, что казахи, россияне, мы говорили всегда, старший брат, младший брат, да? Мы не теряем эту любовь, не теряем это уважение друг к другу. Хочу сказать, приходите, работайте, зарабатывайте. И вы знаете, вот через 2 года нам исполнится 5 лет. 5 лет исполнится. И тогда, я думаю, это будет такое, знаете, вот на самом деле аналогов нашей компании нет. Решается социальный вопрос не только казахстанцев, но и тех партнеров, которые работают в 57. Возьмем Карелию, возьмем, значит, Москву, возьмем там, ну, я говорила, Беларусь. То есть зарабатывать здесь реально можно и нужно. Приходите. Кроме всего прочего, у нас еще один проект надвигается, это недвижимость. То есть вы реально вместе с нами, будучи партнерами, можете заработать эту недвижимость. Первый дом будет 5-этажный, 50 квартир, эконом-класса. Второй дом 100 квартир, однокомнатный, эконом-класса. Третий дом будет двухкомнатный, а дальше будет виллы, коттедж. Поэтому перспективная команда, да? Очень. Вы знаете, я честно говоря, вот, будучи в таком возрасте, 68, я могла бы сейчас сидеть как бабушка, а я с каждым днем, у меня идет арифметическая прогрессия. Я моложе. Потому что я востребована. Сейчас я у детей не прошу ни копейки. Я не прошу на бензин, я не прошу на помывку, я не прошу на путешествия, потому что все оплачивается. Да еще с такой машиной. Конечно. И сейчас, ребят, я получаю... Куга, это механика, но я добавляю и буду брать автомат. Куга, автомат, джип. Почему? Потому что я такая девушка, которая не любит сидеть на низких машинах, седаны, или как они паркетника называют. А я беру джип. Уже извините, я уже 7 лет езжу за джипом, за рулем джипа Хайландер. Поэтому для меня просто это как долг перед компанией, я должна ездить на джипе. Все, извините, я много-много времени заняла, но я самый счастливый, успешный человек и востребованный. Спасибо за внимание. Все, спасибо большое.